Иди всегда за Иисусом Христом, даже если ты идешь против течения, и даже если против тебя все поднялось, и все люди. Это пусть путь узкий и путь против течения. Это когда ты идешь за Иисусом Христом, за Иисусом Христом Спасителем. Дорогие братья и сестры, благослови вас Господь и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Не сдавайтесь. Иисус говорит: «Я свет миру. И кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Свет жизни мы получаем только в Иисусе Христе, потому что Он настоящий свет жизни. Он включил свет в моей жизни. Так Он может и включить жизнь, аминь, жизнь в твоей жизни. Потому что Он есть жизнь, Он есть свет. И все это стоит в Библии. Все, что я говорю на этом канале, это стоит в Библии. Начни читать Библию, и ты полностью меня поймешь. Дорогой мой друг, сестра, брат. Благослови вас Господь и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь.